Сегодня 85 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Василию Михайловичу Филеному. Поздравить юбиляра с солидной датой пришел и глава администрации города Олег Черевко. Олег Леонидович пожелал ветерану здоровья и благополучия, а также вручил поздравительный адрес от губернатора округа Дмитрия Кобылкина. Максим Швец расскажет, как это было. Василий Михайлович рассказывает о своем самом главном богатстве – многочисленных внуках и правнуках. Младшие учатся в школе, старшие уже работают. Глядя на фото, непроизвольно поднимается настроение, говорит именинник. Однако в его далеком детстве счастливых моментов практически не было. Там была работа, много у нас. И мы больше, почти 2 года мы жили, на передовой, на самой. Нас бомбили, лупили немцы. О том, что советские войска одержали победу над фашистами, Василий Михайлович, будучи 16-летним парнем, узнал от руководства завода, где работал слесарем. Пережитые военные годы он до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Брат с сестрой померли вперед, война началась, моложе меня. Хорошо, что померли, думаю. Я так и считал, что немцы будут издеваться, они же меньше меня. На вопрос о том, что главное в жизни, Василий Михайлович ответил, практически не задумываясь. Мир, конечно. Самое главное – мир. Одним из первых поздравить с юбилеем Василия Михайловича пришел глава администрации города Олег Черевко. Такие визиты к ветеранам-именинникам уже стали доброй традицией. 85 лет – это очень солидный возраст, и я в день рождения хотел бы вам пожелать, конечно, прежде всего, бодрости духа, отменного здоровья, всегда оставаться жизнерадостным. И дай Бог вам еще раз говорю, здоровья, здоровья, здоровья. Также Олег Леонидович передал юбиляру поздравления от губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. От имени всех ямальцев низкий земной поклон за ваш ратный подвиг, за самоотверженный труд, за нашу мирную и счастливую жизнь. Для всех нас, послевоенных поколений, вы всегда будете героем Ямала и нашей великой страны. А мы, как верные сыны, внуки, правнуки, поколения победителей, постараемся быть достойными вас. Традиционными стали поздравления от городского совета ветеранов. В этот юбилейный день рождения Василий Михайлович получил множество пожеланий и подарков, самыми главными из которых для ветерана стали внимание и забота. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».